Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение. ФФА на десятерых в Sid Meier's Civilization 6 за Монголию Чингисхана. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а всем вам приятного продолжения просмотра. Я что-то должен поменять здесь, я уже забыл. Уже забыл, что я хотел там Ребята, вы там ученого не пропускали случайно? То у вас там 420, а он 270 стоит. Нормально вообще? Не знаю, как всех шлюп забрали. Банк. В этом ходов 5. Реально какое-то чудо построить. Терракотку. О, кстати. Го. Так, я хотел поменять что-то тут. Вассалы теряют. А, вспомнил. Там нет селитера. Я боюсь, что-то один я вряд ли совсем это спрошу. Рима, ты нападаешь вообще там на Америку-то? ГГшки у меня, по-моему, в торговые, но, блин, он мне все равно ничего не дает. Черт, ну тут точно против ученых.
Точно. Надо военные банить. Ну, а как, ну, удваивать точно нельзя, потому что Кабул очень неплохо дает. Ладно. Блин. Я не успел выбрать. Нам прими сделку. Так, удваивает инженера 100% культурным. Ну, предположим. Правда, нафига мне кешики, ну, наверное, лучше их уже апнуть в пушки. Так, кирасиров купить. Да, очень неудобно, конечно. Ну вот, Данхой я захватил. Он, наверное, отвалится. Пускай он там пытается его дальше отбить и поставить. Пускай. Это не страшно. Но бегать тут очень неудобно. Надо тут, потому что он дает в радиусе быстрее, чтобы эти бежали, бомбарды. Давайте, наверное, один раз распространю, чтобы уже тут точно не перекупили. Так, одно очко осталось мне. А, так я же там терракотку сейчас построю. Два хода. Все, зашибись. Сейчас уровень берем.
Так, из города обстреляли. Пешика спасаем, я так понимаю. Этого пока отводим. Блин, вот это, конечно... Вот этот заповедник между Чикаго, Вашингтоном и Сент-Луисом, это, конечно... Какое-то говнище. Красиво. Разграблю, чтобы у него селитра не шла. А, что, я отсюда не могу стрелять, а почему? Тут отсюда я не мог стрелять бомбарды, я почему-то отсюда могу. Ладно, давайте тут военный лагерь тогда. Храм, верфь. Так, давайте апостола чисто для укрепления религии. Сначала. Так, ну Конконг вроде сейчас упадет. Интересный вопрос, что дальше делать. Ну, видимо, на Хайян надо идти. Данхой... Нам надо было Данхой брать. Это правильное решение начать именно с него. Стратегически. Потому что иначе бы отсюда Вьетнам... Ну, то есть я бы просто туда не прошел. А тут он очень хорошо бы защищался. Но я, напав на Данхой, я много ему юнитов там убил. И он уже не успевал сюда вернуться. Кирасы лучше. Против осадных, но у него же не будет осадных. Может, против антикавалерийских, но у него один только он. К перемещению. Ладно, давайте против антикавалерийских. Не знаю, к перемещению. Они и так быстро у меня все бегают. У меня этого выше крыши. Ребзя, можно убрать таймера сейчас на 5 минут? Ну, похожу.
Или может в следующем ходу? Давайте две эпохи, ну в смысле два хода, в эпоху уже все отойдем туда. Окей, окей. Нет, могу потерпеть. Хорошо. Что? Этих апостолов сюда притащил? Вот у меня что? Кажется, что? Я не слышу, что апостолов? Да, да. На куда именно? В Сент-Луис и дальше. Конечно, невозможность. Ладно, давайте мы, наверное, тогда не будем пока укреплять. Нам надо реально... А, ну вообще, апостолов мне надо где-то здесь купить. Поближе. Вот тут покупаю. Этим укрепим, тут давайте купим. Апостола тут укрепим. Кампус. Щеночка. Пропущу здесь ход строительства. Священочку вырубим там. Военную академию. Ну, видимо, веру за каждый ход. Не успел я нифига походить. А Хаян у тебя ранен, это разлив реки был? Да. Конг отваливается, это странно, кстати. Ну я, конечно, в темном... А, кстати, я ж выйду в героический. Блин, не успеваешь ли один ход в героический, чтобы... Не, успеваю, отлично. Зашибись-ка. Тут меня сейчас больно бьют, пока крестового похода тут нет. Так, у меня армия закончится, походу, через 2-3. Дальше все. Ну вот, я Хаян беру и оттуда начинаю на американца давить. А тем временем араб 350. Угу. Да это так получилось. Он сейчас упадет. Так, мне тут убрать его религию или свою распространить? Ислама практически нет. Мне, наверное, убирать надо. 75. Влияние других религий.
Так, как-то вот так пойдем. А с Венецией я в войне, да? Да. Кстати, Венецию можно забрать. Хаян заберем, Венецию, и вот отсюда уже. Да. Блин, я не успел тут. О, блин, ушла религия. Все равно я должен забрать этот город, мне кажется. А, нет, не ушла, я еще не успел дообратить его. А если еще Вьетнам не в золотой выйдет? Там в нормальный или в темный вообще будет зашибись. Блин, ну я так потеряю. О, Вьетнам в темном вообще. Я зашибись. Так, к оружию, реформы и пульс паровой машины. Все, уже не отваливается. Зашибись. Наоборот, у него Дананг отваливается. В пользу, кстати, наверное, американца. Фак, танки. Блин. Ну, нам надо нефть открыть, видимо. Нет, давайте, наверное, все-таки индустриализацию откроем, потом нефть. Так, подожди, а что у нас таймер идет? My life. Мы ж вроде перерыв. My life. А, блин, жажа. Убрал, убрал. Ну, это как скажут те, кто на том берегу, вы как считаете? Он вам нужен еще? Да нет, там не нужен давно. Просто доедают его города. Тогда спасибо за игру. Так, получается, в 1.38 продолжаем? Да. Не, давай 40.
Тут вроде тропические или дают. Да, дают. Не убираем, значит, леса. Прием. Чё все молчат? Чё? Отошли все. У тебя есть 5 минут перерыв. Так, пора кампус уже ставить. Только одну. Да, тебе надо Мбамбу тоже обратить, потому что, видишь, она перебилась, и у меня крестовый час тоже не работает. И Сент-Луис тоже. Работает. У меня должно быть, вот если зайти во вкладку религии, я должен быть обращен в твою веру. Нет, ладно, я проще спрошу. Мне первым делом ты что хочешь, чтобы я обращал? Сент-Луис или Мбамбу? Мбамбу. Без Мбамбы Сент-Луис не будет работать. Просто. Почему не будет работать? Потому что у меня нету исламов в большинстве городов. 4-4. А, у тебя должен быть ислам в большинстве городов. А апостолы у меня кончились. Блин, ты я тогда не ту прокачку взял немножко. Хотя... У меня есть один, да, бомбу я сам перебью. О, отлично. То есть сейчас у тебя уже большинство моей, да? Да. Тогда я прямой наводкой в Сент-Луис иду, чтобы сразу обратить. Я, честно говоря, думаю, что пока ты дойдешь уже... Так вон у меня уже вон апостол. Я вижу, но там армия, они... Ну, я теряю по несколько юнитов вход. Ну, отойди тогда, не знаю. Ну, отойду, а то что? Выиграю, что ли? Так я хоть клетки граблю. Ну, блин, мне вот... Я следующим ходом Хаян забираю и думаю Венецию. Оттуда начинаю с той стороны. Ну, я вижу, конечно, да. Но... Поздно. Удивительно, что нам не помогают... каким-то флотом. Так тогда они там... Действительно, давайте всю карту против меня, а там араб пусть улетит. Да, араба 300-100. Как бы это по сравнению с тобой вообще ничто. Слушай, американец, ну надо у тебя хоть пару городов. Хоть чуть-чуть тебя притушить. Не надо, зачем? Если вы хотите, чтобы тот континент выиграл, тогда можете тушить. Слушай, а как мы выиграем? Вот расскажи, как мы выиграем? У тебя есть какой-то для нас план? Да, сидеть, развиваться. Они же все равно приплывут, если я буду улетать, они приплывут ко мне. Сидите, развивайтесь, он сделает самолеты и кончит вас. Вот, кстати. Я их и так сделаю. Так это и так будет, да, какая разница. Так, вот так хотя бы меньше домиков будет захвачено. Ну что, надо было сидеть, ждать, пока он самолеты сделает, действительно. Это я ошибся, получается, так не сделал? Кто ошибся? Ну, не ждал самолетики, когда он выйдет. Ну, мы не ждали, мы раньше напали. Мы не правы, да? Получается так. Смотрите, я Вьетнам постепенно-то захвачу, но мне надо сначала тут... Ну, блин, танки это, конечно, жопа. Причем танки... В армиях это жопа вдвойне. А нефть... Ну, нефть у американцев кто-нибудь видит? Вообще много там? Ну, я мимо Венеции, видите, несусь, потому что надо обращать Сент-Луис в первую очередь.
Да, блин. А кто тебя жжет, Рим город? Американец, наверное. Да, в смысле, американец. А ты спрашиваешь же? Да. Рим, а куда город делся, да? My Life решил тут все пограбить. Тут. My Life, ты убиваешь Рим? Нет. Когда варвары тут остались? И почему просто город? Это безумие. Почему город? Я ему 4 сжег. 4? Ну а чего он в мою сторону селится? Рим в твою сторону селится? Да. Блин, сотый ход, у него города в 40. Там, у него за один ход 4 города упало. Эх вы. Не топовы, атакуете. Вы не бы такие. Эта ситуация так сложилась. Так, у меня карточка стоит, но... Нет, не стоит. Черт, ну надо апать. 270. Спасибо. У меня жена маечку купила, на котором ленивец и надпись Not Fast, Not Furious. А Furious это что? А? Furious. Not fast, not furious. Ну понятно, а furious это чё? Ну, вообще это отсылка к этому форсажу на английском. Fast and furious. Furious это, ну, блин... А, всё, я понял. Бешеный, яростный... Не знаю... Я понял, Фурис, ну, короче, я просто... Да, ты по Фури, ты с Фури, да, давай, с Фури оттуда вот. Кто откуда? Блин, конечно, армии танков это больно. Нету рассинхрона, могу тебя атаковать, да? Получается так. Да откуда ислам? А, вижу. Даже так отдай. Можно? Жалко, что ли? Они скопировали, прикинь. То есть стоит, почему тут двое стоит? Да. Это бред. Да ладно, что я не возьму? Блин. Ну ладно, следующим ходом. Так, вот тут можно Амани в Хайян пересадить. А, что, Данхой тогда начнет отваливаться? Фак. Ну давайте тогда Виктора в Данхой. Это, наверное, надо было наоборот. Нормально. Жду мобилизацию, чтобы за веру покупать этих армию, чтобы юниты, чтобы армию строить. Че, все-таки продлим его? Ну, блин, я тут амеру города просто царапаю.
Так, не возьму, здесь объявить им, блин, что-то. Объяви. Норм. Правда, я все равно буду бить до завтрашнего дня, не переживай. Очень хорошо. Мне нравятся такие игры. Еще есть тут союзник. Чаще всего... Сейчас его не будет. Нет. Так, мне кажется, надо спасать отсюда апостола. Слушайте, а если ему заповедники разграбить, у него же уйдет вот эта вот вся жопа, да? Ну не вся, но частично. Плюс я думаю, может мне в ПТ команды идти город, в первую очередь сначала. Там, я не знаю, все-таки танчики. Так, валим отсюда. Предотвращающие грабежи. Сюда, чтобы этот танчик быстрее ехал. Фабрика. Пошли в ПТ. А, блин, тут еще стандартизация. Три линейки надо. Ну, типа... Так, мобилизацию надо будет поставить на ап. Карточку. Тоже на воде две штуки. Фак. Плохо. Так, линейки я куплю, наверное. Ну, надо Вьетнам дозабирать. Чтобы американец не мог никуда караваны пускать, дронов. Так, карточку на ап.
Не туда. В принципе, это не секрет. Блин, мне этот город надо сначала обратить. Там мне грабит все Вьетнам, но я тут сделать ничего не могу. Да и он, в принципе, ничего там сделать не может. Опа, вот это неожиданно. Вот. Венеция. Вернулась в Венецию. Слушай, так мне тут стены нужны, фак. Он же сейчас мне... Все нахрен позахватывает. Черт, а вот это я что-то не предусмотрел. Вау. Ну, тогда, видимо, можно... Первый удар просто, блицкрик. Да. Я бы тогда проголосовал за победу американца, честно говоря. Я против. Кто? Наш континент в целом. Ну, то есть вы хотите, чтобы мы просто сидели, чтобы пока он нас забирает, да? Воюйте. У него армии танков, он забирает... Ну, а у меня армады флота, дальше что? У меня будут линкоры, я просто перебью ему все, что у него будет. Блин, я пока разговариваю. Тем более у меня еще венецианка. Блин, надо Правда. Было... Но мы здесь просто как статичные элементы. Да. Ну, я считаю, Вьетнам виноват, на самом деле. То есть, ну потому что надо союзиться, не надо было с американцем союзиться, вот и все. Ну давай, пусть все лобби будет против меня играть, против американцев. Так нормально будет. Ну, им же тоже нужно... Ну это в этом причина, блин, ну а что не играть против тебя, чтобы ты победил? Дело не в том, что он против тебя, просто чтобы ты караваны не мог никому отправлять. И так, как бы, судя по территории, неплохой выхлоп. На самом деле нет, потому что у меня было место на 6 городов. С 6 городами игры не выигрываются. Да не почему. Ну, 6-7 городов можно. Нормально все выигрывается. На личной практике могу сказать. Ну, судя по вот этим заповедникам, это очень даже неплохо. Ну и норвежца забрал, я понимаю. Но если бы, вот просто если бы ты бы подумал, если бы Вьетнам не хотел с тобой... Я, правда, не помню, там с Союзом мы уже вышли, когда ты норвежца забирал или нет? Если бы Вьетнам союзился с Римом, то бы ты бы мог подумать, забирать тебе норвежца или нет. Или ты его все равно забирал? Да, я его все равно забирал, потому что я планировал, мне нужен был выход в море. Но, блин... Я не знаю, что тут сделать. То есть он сейчас отбивает обратно вьетнамские города. Да, да. Тут хана вот этой моей группировки вообще всей. Хотя я 2-3 города вижу у тебя на море. Это все Норвегия. Я их рано или поздно доколупаю. Если ты захватишь своих левых соседей, я им города все поломаю, чтобы у тебя выхода в море не было. И Риму поэтому города сломал, чтобы если ты его захватил, у тебя не было морских городов. Слушай, а как ты вот сейчас поломаешь города норвежца бывшие? Ну, я не знаю. Блин, разве что он там настроит флот, короче, упорится, и тогда точно... Сейчас я просто качаю лодки на нем, пока у меня линкоры открываются. Просто пока ты качаешь лодки, он выйдет дальше, там, я не знаю... Куда он дальше выйдет? Ну, что современные танки. Дальше, бог с ним. Ну а куда он на танках денется?
Да, тем более у меня там еще... Так зовут, он нас... За... Он сейчас... У него сейчас будет весь континент полностью. Ну, хорошо. У нас на, нашу, на наш материк 8 дермоядов и этих 6 ядерок, или сколько там? Да и вам не хватит. И, блин, ну ладно, давайте, мне просто даже интересно. То есть у него 335 сейчас, он, захватывая нас, получает очень неплохо. Кстати, вот американец, мне кажется, Хаян, ты зря отдал вьетнамцу, мог себе оставить. Нет, зачем? Там на 10 кампус. Ну, это хорошо, но я науку не с этого беру. Когда ситуацию сможет решить, если у него внезапно ракетные крейсера появятся с эсминцами. Но что-то есть подозрение, что он в них пока не шел. То есть, ты хочешь сказать, что у тебя раньше появятся ракетные крейсера, у тебя в 2,5 раза меньше науки? У него 3 города на море. Да я, ну, он будет строить по одному кораблю. У меня, да это сейчас у него 3 города на море. Он сейчас постепенно забирает конголезца и меня. Играет он тут. Так, как мне тут спасаться-то? Этих прокачанных всех хоть как-то сберечь. Вы не забывайте, что на том материке учила тоже 300 наук. Просто вот смотрите, как города забираются. Щит. Так, какой у меня самый сильный юнит я могу купить? 54? 55? Это так неудобно. Это 71 всего добавляет. Да. Раз, два, кавалерия. А что там у тебя со сталью, кстати, Леш? Там будешь. Что? Сталь варенье. Сталь варенье? Ну, я просто решил в ПТ идти. Я могу открыть сталь варенье? Так тебе надо, а то сейчас это... по городу вход. А что у меня с углем? Маневренный. Ага, шахта угольная типа есть, мне нужен броненосец. Я броненосца не открыл. Что, опять что ли? Просто танками, блин. Ну это, конечно, меня, конечно, это вот это шестой цивит, то есть
как-то... Настолько большая разница в силе между юнитов, между юнитами. В пятерке можно стоять, в шестерке нет, все, она... Ну, блин, что тут делать? Блин, а что это за прикол? Как это танк в Тунляо выкинуло? Ну, так. Зашибись, блин. Я не знаю, давайте проголосуем, действительно, когда я вот загружусь. Ну, это, ну, я не знаю, там вот нас вот эти ребята с другого континента, они считают, что мы должны сейчас очень сильно сопротивляться, пока они выйдут в ядерки. Но проблема в том, проблема считаем, в том... что вы должны сопротивляться, мы считаем в том, что он не победит. Ну да, я Соцесть против. Него точно. По скрап, ладно, если по техническим причинам согласен, но победить... Да не, ну блин, вот как он не победит? Я просто не пойму, как он не победит. Как он победит, расскажи мне. Ну он опережает вас по науке. Он раньше выходит... Он опережает по науке. У меня сосед 310 науки, кого он опережает? Ну тебя-то он опережает, а у вас главный ударный флот, я так понимаю, что ты хочешь почему-то приезжать. У меня 3000 военки на море, у него 3 города, он просто не успеет корабли выводить. Когда он вас возьмет, у меня сейчас уже... Я апаю просто свои. Достраиваю, апаю и все. У меня 7000 золота. И чё? Если типа из-за того, что все лагает, согласен на техскраб, но не на победу. Потому что победу он... Угу. Ну ладно. Я не знаю, тогда может тогда Грей отпустить? У него эти рассинхроны. Как рассинхроны у всех? Тут не только... У меня нету рассинхрона. У меня тоже рассинхроны идут. У меня тоже рассинхрон. Все таки, видимо, выбесы. Ну, какое-то решение надо. Либо опять грузить в миллионный раз, либо заканчивать. Ну, есть вариант, только скрапать, тогда согласен. Каждый через ход, как бы, загрузка по 2 минуты. По... Смысл скрапать? Вы не хотите доиграть? Играть хотим, но не такой ценой. Не, ну давайте попробуем, может я захочу, там, не знаю. Давайте поменяем, да. Ну тогда доходим ход. Ну да, давайте доходим, я сохраню. Не надо сохранить, просто вот что, вот что мне тут можно было лучше сделать, в принципе. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.